Всем привет! Сегодня в гостях Ким Павел. Это инструментальный гитарист из Москвы. Сегодня будем говорить об инструментальной музыке, в том числе, естественно, об инструментах. И Ким Павел решил сделать прикольную вещь. Не стал заковывать, в принципе, гитарную музыку в формат трех инструментов. Барабаны, бас, гитара. Попытался внести что-то новое. Сегодня будет у нас еще интересный конкурс на два билета в Кроку Сити Холл. Мы не скажем, естественно, кого до конца видео. Смотри, давай расскажи, где ты... В принципе, учился. То есть, получается, у тебя музыкальная школа есть все-таки? Да, есть музыкальная школа. Закончил музыкальную школу по классике. Учился там где-то порядка 5 лет, да, стандартно. 5 лет. 5 лет, да. Смотри, где ты ее закончил, в каком городе получается? Это, короче, город Бикабат, Ташкентская область, музыкальная школа имени Ашрафи. Ну, ты не знаешь такого чувака. Никого не знаю. Я вообще в классике никого не знаю, поэтому мне тут чего выделываться. Так, а смотри, а дальше, после нее... Потом, что было дальше? Значит, я сам потом пытался освоить электрогитару, там, если помнишь, были такие книжки, скоростная техника, да, медиаторная, там, да. Что-то было, да. Вот сам осваивал, читал, причем я помню такой период времени, когда приехал в Москву, гитары не было, угу. Я там ходил в этих музыкальные магазины там различные, там, пытался что-то там поиграть там. Ну, книжки, они в основном для тех, кто уже умеет. Ага. Но что-то хочется более сложное, наверное, сыграть, какие-то вот там такие упражнения собираются. В основном то, что я видел по книгам. Да, сложно, ну как? Я когда у тебя просто не поставлены руки, и ты берешь эту книжку, и там скачки через две струны еще там просто в разных, да, положениях. Согласен, согласен. Ты еще хуже себе все, потому что у тебя так руки кривые, ты еще, получается, пытаешься что-то суперсложное сделать. По книжкам все-таки тяжеловато. Преподаватели были какие-то? Ну, слушай, видишь, прикол, раньше-то не было это-то. Ну, я раньше просто не знал, что есть там педагоги, там, которые, ну, может, да, пойти там на электрухе, на курта научиться играть. Поэтому я сам там осваивал там эти вот все упражнения, делал из книг. Педагоги были, но они были уже поздно. То есть, в чем история? Я в свое время учился на гитаре, там, да, более-менее, там, изучил там пару соло Кирка Хэммета. Я думаю, все, я, короче, мега-бог. Все, там уже я там ходил такой, знаешь, такой, типа, вау, я виртуоз. Ну, это у меня была такая тема, я тогда тоже только начал играть на гитаре. Я выучил все песни о Матрице, System of Down, и я такой начал думать, блин, да у них музыка-то фигня, я лучше играю, чем они, эти рифы-то на самом деле. Ну, скажешь, конечно, не лучше, если нас выкинут на стадион. У тебя было такое, да, когда ты реально, там, не знаю, лет там 19-18, думаешь, что там пипец, мега крутой чувак, ну, я вот только начинал там, да? Играть в этом возрасте, я выучил эти рифы, я такой думаю, я уже, ну, что, они же, вот, я смотрю, как они играют, я же вижу. У меня была такая же тема, не в один, я, короче, изучил там пару соляков, там, и даже помню, какие-то был соляки из Seek and Destroy. Да. Еще какой-то соляк, короче. В итоге я думал, что я все, мега, короче, гуру. Мне не нужны там книжки, не нужны педагоги. Я вообще, короче, все играю офигенски. Я написал свой крутой там, написал какую-то свою композицию музыкальную. Все, типа, пора, короче, покорять Москву. И я увидел, короче, конкурс «Многоликая гитара», знаешь, который проходит в Москве каждый год. Вот, я собрал свою банду, говорю, чуваки, все, идемте играть там. Я сейчас возьму первое место, там все вот просто в шоке от меня. Прихожу, короче, на этот конкурс, играю, и там полный, короче, трешняк вообще там сыграл, там Элиан там сидел, короче, уши закрыл, типа, что за жескач? Ничего, короче, не занял. Вот, я такой думаю, блин, вот подстава, а? Типа, так круто играл, с такой там, ну, подачей, там, видимо, мои музыканты, короче, козлы, типа, ну, хреново играли, создали шум, короче, видимо, в них все дело. Думаю, ладно, окей, сейчас, короче, подготовлюсь, и уже через год приду с минусом. Ага. Сидел там, нашел звукача, там записал пару композиций еще своих. Прихожу такой на второй год, ну, через год прихожу уже. Думаю, сейчас я, короче, всем задам жару, первое место мое. Знаешь, опять выхожу, там пук-пук, что-то играл, и опять ничего не занял. И тогда я уже осознал, блин, думаю, что-то не то, видимо. Видимо, мое мастерство, оно какое-то не очень крутое. И тогда я реально осознал, что надо идти заниматься. И я, короче, пошел заниматься к Денису Кудряшову. Это как раз вот чувак, который занимал несколько раз подряд номинацию Fusion. То есть он дал первое место. Я к ним пошел заниматься. И тогда вот он мне как раз реально сильно помог именно вот в гитаре. Я там изучал полностью, короче, всю мою систему, так скажем, ценностей в голове перевернул. Вот, и я стал изучать уже так более серьезно, ну, подошел к гитаре. И сколько занимался у него? Года два у него занимался, даже больше, на 3 года у него занимался в среднем. Вот, изучал там всякие джазовые темы. Но он тебе вот фьюжн именно, джазовый. Фьюжн, джазовые гармонии. Он универсальный больше. Но он больше под джаз-фьюжн. Под свое, да, все-таки, да. Ты знаешь, просто я искал такого учителя, который именно как такой, знаешь, некий гитарный йог. Не просто пришел, ну, чувак, там здесь вот, там-сям. А прям осознанно, что была какая-то такая, знаешь, система, прям, знаешь, целостная. То есть, что я там обучал как бы и гармонию. Просто там. Это хорошо, когда ты приходишь, ты раз говоришь, я буду обучаться долго. И тебе именно вот по системе, чем когда приходишь на какие-то консультации.
Я считаю, что все-таки, да, лучше именно долгое обучение, потому что преподавателям, получается, неровким тебе что-то дают, а он уже прикидывает, у него есть какие-то программы, тем более, если это именно преподаватель опытный, разный, под разным уровнем музыкантов, с тобой проходит. Если ты это знаешь, ну, перешли на следующий этап. Ну, значит, тоже интересно так. И я знаю, ты еще занимался у Головина, да? Да, Головина занимался тоже около года, он мне тоже сильно помог очень. Вот еще что скажу по поводу тоже игры. Я к тому, что вот раньше я просто не видел, куда вообще, к чему я вообще хочу прийти, да, и что я вообще хочу играть. Допустим, я не знал, что есть там фьюжн, есть там, ну, джаз. И когда пошел на конкурс, я смотрю, там чуваки играют этот фьюжн, какие-то сложные вещи, как-то обыгрывают. Думаю, что это, что за вообще такая музыка, непонятно. Я такого вообще никогда не слышал, понимаешь? И я даже не понимал, что надо, ну, к чему я хочу прийти в итоге. Что там, сидеть там дома на диване, играть там на табах, ну, изучать там табы, это как бы, ну, это не вершина мастерства, что есть что-то другое. Да. А что есть другое, я этого как бы не понимал и не видел. И вот когда я вот пришел, стал заниматься, как бы, да, я вот уже понимал, что я хочу, к чему я хочу прийти, там, что я хочу освоить и так далее. Да, вот сейчас расскажу по поводу Головина, тоже занимался у него около года. Он мне сильно помог в плане техники. Вот все какие-то мои такие, знаешь, там косяки, которые у меня были, он мне их убрал. Потому что раньше я вот, когда ставил гитару сам, самостоятельно, у меня, помню, были проблемы, когда я неправильно была поставлена рука, я просто играл, короче, у меня шея, прикинь, болела. Я там вставал так, там как будто, не знаю, там мешки таскал. Вот так реально таки было. Я помню даже, когда я там занимался, мне там по шее, там били, типа, расслабь там шею, раз так расслаблю шею, там расслабь руку. Я очень долго отучивался. Вот. Ну и вот клёво тебя подметить то, что, получается, ты, интересно, как раз-таки не замыкался в чём-то одном, а хотел побольше узнать, чтобы найти себя. Да, да, все правильно. Это себя. Очень странно, когда парень там 14 лет думает, что все, я хочу чисто вот это вот, и все, я себя нашел. Ну, потому что если ты музыку охватываешь именно целиком, везде, по-любому ты не знаешь, куда тебя вообще понесет. Да, да. Через 10 лет, да, по-любому надоест то, что ты сейчас делаешь. По-любому куда-то понесет. Лучше бы сразу все так вот понимать, что есть куда идти, охватывать. Расскажи, наверное, самый большой свой концерт, который у тебя был, получается. А, слушай, был прикольный концерт. Это, наверное, такой самый, наверное, яркий из всех вот моих концертов. Это когда мы участвовали в флешмобе со Стивеем. Вот рассказываю подробно, о чем была история. Да, видел фотки у тебя. Да, мне как раз вот моя супруга присылает мне, типа, объявление, типа, там, вот, набираются, типа, музыканты на участие в фестивале «Вдохновение», это на ВДНХ. Я такой думаю, блин, что за батва какая-то непонятная. Ну, читает там, типа, Стивей, Апокалиптика, думаю, о, типа, о, круто, интересно, надо, короче, отправить видос. Высылаю свое видео, нам нужно было сыграть, по-моему, две вещи, если не ошибаюсь, то что-то из «Металлики», короче, нужно было сыграть. Отправил видео, записал, и мне приходит сообщение, что все, чувак, приходи, там, ты этот, там, мы тебя прослушаем. Прихожу на прослушку, а там реально все серьезно, прикинь, там приходят тебя такие чувачки, там, они там устроили целый конкурс, то есть ты заходишь, там, знаешь, нужно было сыграть «Кашмир», это такая тема, Led Zeppelin. Кстати, она такая вроде простая, но она сложная. И я помню этот момент, такой, ты заходишь, все сидят, там, репетируют, короче, такие все на стреме. Вот, ну, нормально, я зашел, там, сыграл, и сказали, чувак, все, окей, приходи, как мы тебя берем. А сколько там было всего людей? Слушай, людей было дофига, там, получается, было порядка, там, гитаристов, наверное, 90, гитаристов 50 было, но прослушали, мне кажется, наверное, тоже, ну, наверное, под сотни прослушивали ребят. То есть в итоге отбирали, да. Там даже, знаешь, что прикол, там даже были ребята, которые приходили там с училищ, там, да, и то их даже не взяли. Я помню, у меня сразу такая самооценка выросла в отдыме, если там чуваков с училища не взяли. Очень много людей, непонятно как вообще, выпускаются с училищ, то же самое и по вокалу, ну, именно училищ, все-таки высшие учебные, там, поближе их все-таки, хотя тоже это все от преподавателя зависит, тоже, ну, с одного, видимо, училища, да, с другого училища, потому что вообще проблема с преподавателями в музыкальных учреждениях, и все всегда один, дай бог, два преподавателя, три там, бывает 3-4 преподавателя весь факультет ведут, чего уж тут говорить, поэтому... Один человек закончил одно училище, второй другой, и вообще разные. Приходят с разными вообще руками, подачей. Я, знаешь, помню прикол какой, то, что там чуваки с училища, они как раз таки пришли, такие, знаешь, такие уверенные в себе. Типа, чуваки, мы там даже разыгрываться не будем. А смотри, а тему дали прям там или заранее знали? Нет, тему мы знали заранее, это как раз «Кашмир». Я такой пришел, там тоже сижу, разогреваюсь, волнуюсь, там разыгрываю. А чуваки с училища сидят такие, типа, мы что там вообще, короче, крутые, там прям сразу зайдем, сыграем. Смотри, вот, а как ты записываешься? Потому что записи у тебя довольно-таки качественные. Приятные, очень приятные, такие прям мощные, бомбящие. Спасибо. Такие, вот, видно, что они не жеванные, не прессованные. Вот как ты полностью делаешь весь свой саунд? Это больше чисто электронное получается полностью все, и гитара получается в линию, реампинг, или же ты стараешься как-то по-живому это сделать, или вообще не принципиально главный результат? Слушай, на самом деле я сильно в этой теме заморачиваюсь. Там в основном там живая только электрогитара получается. Она прям с комбика?
прям с комбика, да. И то не всегда, там этот последний треки, там как раз реамбик уже идет. Вот, все я свожу не сам, то есть я все это дело отдаю, да, как это модно говорить, там делегирую, отдаю на аутсорс и так далее. Вот. Сам я ничего не делаю. Потому что, ну, во-первых, я как бы свожу, но плохо, да, то есть какой смысл, когда я... Ну, это тоже надо 15 лет отдать. Ну, ты можешь посводить, два года тоже будешь думать, что я мега крутой парень, я все знаю, все умею, но чувак, который 15 лет этим занимается, он, конечно, по-другому. Конечно, он круче следит. Поэтому я все отдаю, как бы, вот даже вот мне полностью сводится на удаленке все треки, то есть просто в файлы там передаю все эти дорожки, мне там уже их верстать. Ну, одному тяжело материально все равно тянуть получается. Да, тяжело, потому что один трек обходится, ну, довольно-таки так, недешево, пока ты там все там запишешь, там всем там заплатишь, то да. Ну да, потому что, ну, группы 5 человек, что такое, там, скинулись по 2000 песен, сделали альбом, ну, скинулись, ладно, по десятке. А когда ты один, ты понимаешь, там, сотку за альбом, чисто вот, инструмент отдай. И плюс еще сколько, это же просто сведение, а сколько надо всего еще, там, говорить про кумекать, работы. Поэтому уже, когда сольные артисты, они часто именно песнями. Песни. Ну, в принципе, это уже более песенный формат такой стандартный. Хотя я вот по старинке все-таки хочу альбом целостный. Хотя, ну, он пролетает так же, как песня, но по старинке. Это уже, тоже, ну, потому что все для себя все равно делаешь. Такое. Так, смотри, еще расскажи нам, получается, о чем. Так, ну давай я расскажу про концерт сам, да, то, что вот... А, то, конечно, я рассказал еще, да, да, то, что этот... Ну, окей, я, короче, прошел конкурс, все дела. И как раз этот, мы выступали, получается, один день мы репетировали с чувачками, там, с Апокалиптикой и Стилвеем, и один день мы выступали. Ну, даже порепетировать уже. Ну, это было реально круто, ты прикинь, знаешь, я думал, то, что там какая-то будет такая кустарная тема, типа, вот, мы там придем, у нас была репетиция, да, одна с музыкантами, я думал, приду, там будут какие-то комбики такие маленькие, там придем, что-нибудь там поиграем, порепетируем, будет концерт. Прикинь, я прихожу, короче, на павильон ВДХ, и там просто, короче, все комбарями выложено, значит, куча комбарей, аппаратура. Там барабаны, там они там вот этот за стеклом, короче, все на таком уровне крутом. Ну, реально организация, мега респект. Я прям зашел, у меня шок такой. Я еще главное опоздал, там все чуваки уже эти гамбари позанимали, там некой там самый стрёмный достался, ну ладно, фиг с ним. И прикинь, начинаем, все подключаемся, там сколько там гитаристов, 50, наверное, да. И как начинаем рубить, там еще сзади виолончелисты были, аж знаешь, аж мурашки, там не знаю, позвоночник, там все так от кайфа трясло. Это просто репетиция была. А в день концерта вообще просто отрыв такой был нереальный, там какой-то в космос улетел. Ну круто, там Кисти В, Апокалиптика, там все рубят, и там с ними... Все-таки подход видно, когда с западными музыкантами работают, даже одно выступление. Вот я последнее, что смотрел, такое максимально фестивальное, что уже говорил, это вот было Евровидение, не это, какое-то предыдущее. И вот там тоже был яркий контраст, когда выходит, казалось бы, год готовится, все номера там все там делают, вот страну представлять, едут, да, выходит, и номер такой, пшик. И там вот с США приехал Тимберлейк. Он просто, он не участвовал в конкурсе, он просто там даже не открывал ничего, он просто там вышел и сыграл. Это было для него просто какое-то рядовое выступление на фестивале, который там никто не знает, но там было так все подготовлено, просто вот рядовое. Там приехало человек 50, там супер, там играющих, там басистов, негров, там фольклорного. Так, такое выступление после него вообще как-то... Это что было? До этого это вообще что было? Все-таки вот даже к флешмобу, даже к таким прикольным, казалось бы, вещам для молодежи, для развития, они относятся профессиональнее, чем мы к тому, к чему можем вообще. Я смотрю, интересные ESP. Ну, во-первых, они. Во-вторых, какие у тебя вообще предпочтения среди инструментов? И почему 7 струн? Почему не 6 пониженные? Почему именно 7? И вообще, сколько у тебя инструментов? В чем была проблема раньше? У меня была стандартная 6-струнная гитарка. И я постоянно ее там перестраивал, чтобы там добиться какого-то там тяжелого звука. И в какой-то момент я решил все-таки купить семиструнную гитару. И вот сейчас, в принципе, я на ней играю уже, наверное, последние, ну, лет, наверное, 6-7. Ну, смотри, я всегда воспринимал как? У меня есть обычная. Нет, я когда покупил семиструнку, у меня все-таки, я думал, что у меня будет 6 струн плюс одна сверху. Но оказалось, что я начал воспринимать все чисто с 7-й струны, абсолютно. А первая у меня начала выпадать. Ты все-таки мыслишь в одной тональности, начиная вот у тебя в Си получается она? Да, это все правильно, Си. Си большой октавы. Да, и какой у тебя калибр получается струн? А у меня стандартный калибр, если не ошибаюсь, 9.52, ну весь набор семиструнный. А мензура здесь? А, мензура, не скажу. Стратовская? Не помню. А, нет, не стратовская, здесь, по-моему, какая-то нестандартная, это мастеровая гитара. А, это по-моему, мастеровая? Да, это мастеровая гитара. А ESP откуда? Ну как мастеровая, получается, не знаю, это считается мастеровой гитарой или нет. Получается, что это гитара, ну, Custom Shop от ESP. Сигнатурная, то есть сигнатурная, да, с клеенным грифом, я смотрю, SGH, да? SGH, да, SGH стандартная получается. Но гриф клеенный.
гриф клеенный, да, и датчики EMG. Ну, такая прям очень... Естественно, махагонь. Да, все правильно. Да. Как ты знаешь? Не, ну, в принципе, на 7 струнках... Не, ну, у меня, кстати, была липовая. Какие у тебя еще инструменты любимые? Вот SG, понятно, удобно, конечно. Слушай, на самом деле у меня было не так много инструментов. У меня до этого была классная гитара, до сих пор по ней прям скучаю. У меня была гитарка Ibanez LA Custom Shop Дэвида Фуджински. Вот я в свое время купил очень удачно, но потом продал ее. Вот она была реально очень клевая, такая удобная гитара, комфортная. А это какого года получается? Это гитара, я не скажу точно какого года, но, наверное, лет, наверное, 10 ей уже. 10. Да. Ну, сложно там по стоимости сориентировать, но это, скажем, сложно, 150 потому... выше? Нет, меньше. Я расскажу, потому что в чем прикол. Я когда покупал Ibanez LA Custom Shop, она была такая реально прям дорогая гитарка, Custom Shop. Я ее продал, и у меня было очень мало денег. Я думал, блин, что я себе теперь куплю, какую гитару? Сидел такой грустный, короче, ну все. Придется ESP. Придется. Не, я думал, куплю себе какую-нибудь там, не знаю, можно говорить там, Шектер, не Шектер? Да, можно. Да, ну какую-нибудь там такую стандартную, простую семиструнную гитарку, 2015-20. Но потом так получилось удачно, реально. Я зашел на форум один, на велосипедный форум, и там чувак продавал гитару, короче, семиструнную. Он говорит, пишет, чуваки, там нужно, короче, этот... срочно купить новый велосипед, я продаю свою гитару. Я смотрю, там реально гитара просто крутая. И он там купил где-то там ее, по-моему, в Швейцарии, там где-то он покупал эту гитару. Ага. За какие-то большие деньги. И он пишет, типа, так и так, вот давай там эти гитары-то куплю. И он мне сделал просто мега большую скидку. И эту гитару взял очень выгодно. Вообще она стоит, да, новая гитара, там, наверное, 1200 стоит. Ну вот мне кажется, да, в этом диапазоне, да, все. Да. Так, и давай перейдем теперь больше к выступлениям. Ты как выступаешь? Есть команды, они у нас выступают, ну, допустим, ну, самый известный Nobody One. Они же раньше выступали под минус, под бэкграунд с барабанщиком и басистом. Сейчас они полностью перешли из цифры на комбари. Выступает группа, ну, может, потому что надоело. Есть кто играет с барабанщиком, чисто для грува. Ты есть кто чисто под минус играет, чтобы вот избежать всех вот этих вот проблем, да, с ними? Ты как вообще считаешь? На самом деле, я считаю, то, что играть с группой намного качой, что как бы, ну, энергетика совсем другая, да, сам понимаешь, там ходят чуваки, там все качают музыку, да. Ну, совсем другие ощущения. Вопрос другом, наверное, вопрос просто сложности набрать именно хороших музыкантов. Да вообще, в целом, набрать музыкантов для инструментальной команды очень сложно. Никто не хочет играть, во-первых, там, с нонеймом. Ну, просто так подумать, допустим, вот я Ким Павел, да кто захочет играть там, допустим, со мной, как бы, не знаю, меня еще, да? Ну, сложно набрать людей, в этом проблема, раз. Ну, получается, надо набирать среди, опять же, начинающих. Начинающих, да, да, вот, в этом есть проблема. Во-вторых, проблема какая еще есть? То, что мало площадок, наверное, тоже, да, где можно играть. Да, вот с инструментальной музыкой не очень понятно, потому что даже если что-то джазовое там начинаешь, понятно уже, где ты можешь играть. Что-то рок, понятно, где ты можешь играть. А инструментальный, даже, получается, на разогрев вписаться. Опять же, только к инструментальным гитаристам. Ну, а смысл? А нужен ли разогрев? Все опять под себя же все делается, тоже такое. Ну да, да, согласен. И в то же время ты не пойдешь играть в какой-нибудь ресторан, как там на саксофоне играть, ну, потому что самому, ну как, ну это человек. Ну, не в кайф, я, да. Я не для этого эту музыку писал, то есть не та атмосфера. Отсюда вывод. То есть есть ли вообще все-таки в инструментальной музыке, как ты считаешь, деньги и возможности их? Или это чисто вот прям творчество? Ну, на самом деле, я думаю, что это, во-первых, это творчество чистой воды, да? Но деньги, я думаю, что там есть по-любому. Ты знаешь, что, в чем история? То, что, надо по копать. Сути, надо копать, да. Единственное, нужно, возможно, более какое-то сложное там найти решение, да, чтобы как-то заинтересовать и эту деятельность монетизировать, да, именно вот инструментальную. Но, с другой стороны, тут есть тоже перспективы. Получается, там, ну, вроде так подумать, легко там играть поп-музыку, да, там вроде как все слушают там поп, все слушают рэп. А с другой стороны, там конкуренция очень, ну, большая, да. А если говорить про инструментальную музыку, то конкуренции, по сути, нет. Ну, делай классный продукт, как-то его там, не знаю, упакуй хорошо. Ну и все-таки, возможно, можно будет. Получается, в чем еще фишка прикольной коммерции, ты, получается, прокачиваешь свое имя в первую очередь. Да, согласен. То есть не конкретной группы, и кто-то там играет на гитаре, а именно себя. Да, конечно, можно кавера лепить, можно делать какой-то эндорсер, можно как-то еще в этой стороне прокачиваться, но и даже в какой-то поп-группе, даже если появится какой-то вариант, кого искать будут, если у тебя есть, имя какое-то сверкает, мелькает, получается, могут позвать играть. То есть все равно можно еще куда-то пробиться, имя-то все равно прокачка идет. Да, согласен. Но вообще все эти вот инструменталисты такие очень, знаешь, индивидуальные такие чуваки, которые немного такие... Не, ну их зовут. Зовут. Все-таки вот зайдешь на Джентрек Централ, да, там они все крутые, все такое авторское музло делают инструментальное, но при этом все где-то играли в каких-то коммерческих постоянных группах. Поэтому
Ну, ничего страшного. Надо же как-то делать более крутым свое творчество. Надо где-то согласен. Подработать. Ну и логично, что лучше поиграть на гитаре в большом зале перед большой сценой, чем там вагон идти разгружать. Ну, я вот в это верю, на самом деле, потому что тоже занимаюсь давно уже музыкой. И, в принципе, занимаюсь не ради там денег, да, это такая моя душина. Вот. Но я верю в то, что реально это можно как-то монетизировать. А смотри, а сколько ты всего играешь, получается? Ну, слушай, лет, наверное, 15 играю уже. То есть мне уже 30. И вкусы менялись? Вкусы менялись, на самом деле, очень сильно, особенно сейчас. То есть раньше, я помню, слушал там, вообще начинал там слушать рэп-музыку, когда еще в школе учился. Ага. Ты же помнишь там? Ну, короче, там были такие... Отсюда прям, жесткие. Не отсюда. Потом я увлекся рок-музыкой. У нас, короче, в городе я родился. Там жил такой жесткий чувак, он там ходил, короче, в черном плаще, вот мы там про него узнали, оказывается, он там жесткий там дэт-металист. И мы к нему пришли домой, там нас повел учитель по гитаре классической, а он там давай там рубить там Slayer, короче, Metallica, мы такие, вау, типа, как круто, там создали свою команду, и так вот я увлекся рок-музыкой, слушал рок, потом там, ну сейчас, короче, я слушаю вообще электронную музыку, это в основном какой-то Future House, там, либо Deep House, либо какой-нибудь EDM. Вот, гитарной музыки все меньше и меньше. Вот, но смотри, она есть. И вот, наверное, отсюда у тебя началось и твое развитие, потому что, в принципе, основа музыки здесь получается у тебя восточные мотивы и электронная музыка, да? Да, но еще прикол, я как бы не делал акцент именно на восточной музыке. Это знаешь, ну, как-то делать, да. Какой-то драйвер восточных сидит в голове, я не могу от него реально избавиться уже какой год. Пытаюсь там этот... Не, ну у каждого есть такие любимые, ну условно, лады, точнее, звукоряд конкретно, вот он вот любит его. И он еще пытается, да, сделать уже под него, естественно, аранжировки. И вот у тебя все-таки больше туда, под Египет такой нарисовывается. А, я расскажу, короче, когда я учился, я родился в городе Бикабади, это маленький такой город в Средней Азии. И я учился в музыкальной школе, у нас отдельно там еще народники репетировали, знаешь, там такие чуваки, там у них там балалайка, три струны, и они постоянно там, так, медиатора нет, а вот сейчас возьму, есть. И постоянно они там сбоку играли такие всякие народные темы, знаешь, типа там. Да-да-да. И когда мы приехали в Москву с друзьями, мы тоже думали, блин, что же играть, какой стиль, у нас пошла такая идея, вау, давайте играть типа восточный металл. Давайте. И взяли в основу восточный лад. Вот этот как раз тан-дран-тан-дран-тан. Начали, короче, играть уже такой тяжеляк. И оттуда, наверное, и пошла эта вот любовь к восточным ладам. Ну и плюс это тоже ко мне подходит. Я думаю, по мне видно то, что я восточный. Да, Ким — это настоящая фамилия, это не что-то там придуманное. Вот. И, ну и опять же индивидуальность, потому что, ну кто у нас? Особо никто. То есть, чтобы... А плюс, ну это кайфово, когда ты не то, чтобы, получается, выбрал чисто, чтобы отличаться от всех. А получается, ты любишь это сам по себе, и плюс это еще и отличительная черта. Поскольку у тебя такой интересный стиль получается, давай, как ты к нему пришел, мы, в принципе, уже начали говорить, что у тебя изначально все это несло, да? Но конкретно есть ли у тебя какие-то глобальные цели, какие-то планы хотя бы для себя, сердце погреть, что ты хочешь донести до аудитории, раскрыть, может быть, какое-то вот новое? Потому что, ну, я лично мало слышал именно вот инструментальщиков с электронной музыкой. Они есть, но это такое больше пост-рок. Даже не гитарная тема, а именно где куча эхо, где все очень размытое. Инди такой вот рок, типа, а у тебя именно больше все-таки гитаризм. Есть ли какие-то, вот именно вот какие-то пожелания, когда ты к этому шел? Так, сейчас расскажу, как пришел, да, к такому стилю. А в чем была история? У меня вот как-то один раз произошел такой инсайт в голове. Я когда, у меня есть друзья близкие мои, они занимаются тем, что привозят музыкантов из за рубежа, да, там этих вот всех там диджеев и так далее. Они как-то раз у них был привоз, они привозили, по-моему, какой-то музыкант, не помню, как его зовут, кучу, неважно. Они говорят, Паш, приходи на концерт, у тебя будет крутой диджей, послушаешь. Я говорю, блин, чуваки, я как бы по рок-музыке, мне как бы, ну, или диджей, типа они
нифига не умею, там музыку не пишут, все такое. Они говорят, приходи, будет круто. Ну окей, я, короче, прихожу, там как раз такой клуб, там два этажа было. Сижу наверху и реально офигел. То есть, прикинь, выходит чувак, диджей, начинает бомбить там EDM, да, там народ просто там тусит, короче, отрывается, там начинается слэм. Я реально был удивлен, как можно по электронную музыку там слэмиться, это же как бы, ну, это же наша тема, рокерская, метальная, типа, как они так это слэмуются. Тогда я подумал, блин, круто, типа, электронная музыка — это реально крутая тема. Ну, в принципе, те же атрибуты, как бы, да, те же самые эмоции, что и в рок-музыке, они присутствуют. На самом деле, вообще абсолютно то же самое. Вот как вот мы, допустим, гитаристы, спорим, плагины там или аналог. Да. Если зайти на любой техно, вот какой-нибудь там синтезаторный блок, видос, они точно так же спорят. Казалось бы, клавишный синтезатор — это изначально музыку, то есть это изначально звук уже, ну, по идее, цифровой, да, то есть он изначально. И там такие же споры, что лучше, железный синтезатор или же VST. И также там просто там со слюнями доказывают, что давным-давно VST-плагины уже дошли, это то же самое, да там те-то говорили. И те, у кого есть железный синтезатор, они также говорят, типа, что нет, чуваки, у вас просто ничего нету, поэтому вы не можете судить, железо круче. То есть на самом деле абсолютно одна и та же тема. Вот все думают, что это только у нас такие заморочки. Нет. Все музыканты, они вот все везде одинаковые. Просто да, разные проявления. Согласен. Ну, как многие же думают, что, типа, диджейская музыка, она очень простая, хотя на самом деле нифига. Я когда стал там общаться с диджеями разными, там, стал в их там кухне там, да, углубляться, нифига подобного. Они даже бывают еще сильнее заморочены, чем мы, там, да, рокеры, потому что они, в чем кайф, они работают уже с органикой. То есть они берут готовые звуки, не зная там нот, там, да, они просто берут звуки и начинают из них эту картину, да, создавать. И это очень круто. Я стал заморачиваться, помню, думал, блин, надо, короче, что-нибудь записать, там, ну, как-то это просто изучить. Я, типа, взял там Ableton Live, знаешь, да, это программа? Ну, конечно. Да. А это прям такая реально, ну, просто коробка, короче, Пандора, там столько всего. И я стал углубляться в эту тему, стал писать там свои там треки электронные, там, да. Какие-то они были простые сперва у меня там все. И оттуда все и пошло, короче. Я стал заниматься, писал электронику, потом стал накладывать на электронику гитару, и так потихоньку появилась такая интеграция электронной музыки с тяжелой. Тут какая-то непонятная вообще почему-то панацея среди рок-музыкантов. Думаю, что типа рок-музыка — это самая сложная музыка. Чего там сложного? Ты сыграл гитару, сыграл бас-линию, сыграли барабаны и спел линию мелодическую. Или соло у тебя, или вокал поет. Если в любую другую музыку окунуться, любая там поп-музыка, та же самая дэнс-музыка, там же наложение тембров, там же поиск, да, да, частоты, да, да, там же сколько и работы на самом деле. У нас все, ты воткнулся в усилок, ты нарулил клевый звук, ты играешь. У нас как раз-таки самая такая вот монодрайвовая, вот именно вот просто от души идет. Тоже непонятный к этому стереотип. Ну вот согласен, да, согласен. Какие у тебя планы на ближайшее время? Планы? Ну я хочу допилить свой EP-альбом. Сейчас я записал 3 трека. Они просто у меня очень долго идут. Там один трек там записываю там 3-4, 3-2 месяца. Пока там все запишешь, пока там все сведешь. У меня была какая проблема? Я там трек записал, 200 дорожек. 200? 200 дорожек, да. Это первый трек «Сансара». Я помню, я так устал, короче, искать себе чувака, который сведет трек. Одному высылаю. Во-первых, у меня... Я еще не знаю, 200. 200 дорожек, да. И у меня причем комп, он такой, ну, куча немощный. И я начинаю выгружать, короче, делать текст, потом он не выгружает, он дрррр, там всего трясет. Значит, ё-моё. И только что ты выгружаешь этот трек, там, ищешь чувачка, который там сведет, высылаешь ему, он там не может разобраться, при этом кто-то все тупит там у него. Я, прикинь, раз 6 я искал, только на 7-й раз нашел чувака, который мне трек сведет. На 7-й раз, прикинь, я ему свел, хочу, все, ладно, я тебе сведу. И вот он мне свел трек, ну это, короче, реальный геморрой. И еще мне нужно писать там хотя бы треков 5, чтобы уже завершить свой альбом. Блин, ну это бешеная работа, на самом деле, 200. Бешеная, потому что реально, пока там все запишешь. Ну там, во-первых, у меня много сэмплов, я вообще вот неплохо освоил именно сэмплирование. Это вот диджеи меня поймут, они знают. Ты, короче, берешь там всякие кусочки. У меня даже вот дабстеп, который вот в треке там баба звучит, это не всегда именно массив. Ну, есть такой VST-плагин, массив. Это просто я беру, короче, эти маленькие сэмблики басовые, wobble bass, ба-ба-ба. Короче, их вырезаю там, да, их там тональности меняю, и начинаю их так склеивать. То есть это такая история очень интересная получается. Ты как бы находишь кучу этих сэмпликов разных там, да, и начинаешь там добавлять их, видоизменять там и так далее. И вот много этих просто сэмплов. Ну, поэтому дофига любое творчество на тебя повлекает. Чем дальше, тем глубже, да. Да, да. Хочется еще чуть больше, еще чуть больше. А чтобы вот это вот еще чуть больше выцепить, приходится вот столько времени теперь уже. Да, да, вот в этом проблема основная, наверное. Но ничего, я думаю, скоро я добью. Когда у тебя альбом выходит? В конце 2018 года. Ну, я надеюсь, что выйдет. Раз уж ты здесь.
Подписываемся на группу. Ссылка в описании. Там уже есть у тебя сколько песен получается? А, пока 3 трека у меня вот готовых уже. Ну вот еще скоро. Еще будет, выходить, да. Выходить. Потому что, ну, в любом случае... Не, реально, послушайте, очень качественно. Ну, вы, собственно, слушаете видео. Мы сейчас запустим уже под конец нашей беседы. Но в целом прикольно. Именно прикольно то, что ребята начинают качественно делать. Загоняться по качеству, а не просто так вот. На отвали, как у нас это раньше было всегда. Да. Сейчас уже вот очень хорошо, что планка поднялась. И, во-первых, начинается тот же самый отбор по качеству людей. Начинают все-таки выбиваться творческие, именно интересные. Потому что, когда не было качества, все были примерно одинаковые. Было очень команд, много. Mm-hmm. Сейчас, опять же, начинают появляться имена. Начинают появляться единицы, как я вот считаю. В любом творчестве, не только даже вот в гитаризме. И это клево, то, что вот эта вот планка качества, она подвела снова к тому, что, опять же, среди всех вот этих вот музыкантов, среди всех однообразных стилей начинают выбиваться индивидуальности. Опять же, появляется какой-то мотив к творчеству. Uh-huh. А не просто вот я всегда не любил, когда кто-то вот под всех, когда кто-то хочет быть индивидуальным. Большое спасибо тебе за беседу сегодня. Спасибо большое, Илья, что пригласил. Теперь по поводу конкурса. Давай, разыгрывай. Так, давайте, ребят. Значит, мы разыгрываем 2 билета на концерт, я думаю, всеми любимого и уважаемого музыканта. Это Джо Сатриани. Он к нам приезжает, получается, 16 марта. Вот, значит, условия конкурса следующие. Нужно будет сделать репост, который будет указан будет ниже по ссылке. Да, правильно сказал? Да. Отлично. Вот, и мы разыграем какого числа? Я думаю, числа 7-го, наверное, марта. Ну, как вот видео выходит, так и спешите быстрее. Да, и мы с помощью программы, она называется «Рандом», выберем победителя и разыграем 2 билета. То есть первое место билет, второе место тоже билет. То есть подписываемся на группу ВКонтакте. Ким Павел, заходим туда, там будет пост с конкурсом. Подписались, репостнули, ну и мы, соответственно, потом уже среди тех, кто лайкнул, репостнул, будем через рандомайзер выбирать, ну, как обычно все, в общем. Да, ребят, я там тоже буду, так что пообщаемся, давайте поактивней. Так что все. Видеть. Всем пока, до новых видео, ставь там все, чем можешь, пока. Все, ребят, пока.